кто будет цепляться? Ну, кто будет цепляться? Давай. Я скоро приду. Подожди. Черт, все время про них забываю. Андрей Павлович, тут девчонка поступила стройней, со схватками, два плода нежильцы. Какой срок, сколько весит? Ну, малявки по 500, а самый жирный 800. Да, хорошо, давай, ждем. Извиняйте, товарищ лейтенант, за мое давешнее поведение. Темперамент, знаете ли, захлестывает. Хорошо, что ты ее привез сюда, а не к себе в каталажку. То было бы гораздо хуже. А сейчас? А сейчас просто плохо. Слушай, пробей-ка ты мне двух внезапно исчезнувших господ, не понимая логики. Выдернуть малявку из Урюпинска, сделать ей полное медицинское обследование, снять квартиру, одежонку прикупить, кормить, поить и вдруг слинять. Если бы люди всегда действовали логично, у нас с вами было бы сильно меньше работы. Аршакуни Давид Арташесович, Аркашуни Людмила Владимировна. Фамилия редкая, пробьем. Попробуй. А ты куда собралась? Если мы сейчас не остановим роды у этой девочки, то двое строй не погибнут, и центр точно закроют. Ты что, окончательно решила вернуться? Я еще ничего не решила. Вы к 7 вернетесь? А то у меня завтра в 8 тренинг по личностному росту. Конечно. Спасибо. Надя, постой. Спасибо тебе за отца. Микроинсульт? Подозревает транзисторную ишемическую атаку. Ох, если честно, я уже думал, что все. Надя, прости меня. Я вел себя как дурак. Когда именно? Да? Показатели выравниваются. Угу. Продолжаем токолитическую терапию, профилактику респираторного дистресса плодов и следим в динамике. Как Олег Викторович? Лучше. Я не смогу заплатить. И за отдельную палату тоже. Об этом вы, пожалуйста, не волнуйтесь и вообще лучше не волнуйтесь. Считайте, что это ваша самая главная задача на ближайшие месяцы. А что мне делать? Есть, спать, отдыхать. Сейчас вам завтрак принесут, да? А с детьми что делать? Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Дин, ну где этот оркестр? Где бравурный марш? Где девушка со снопами? Уж не для тебя ли? Прости, пришлось отменить. Здравствуйте, дорогая. В связи с трауром. Это сейчас шутка.
У нас, Руслан, вчера 3 младенца умерло. Саморядов на стрессе загремел в реанимацию. Вот такие у нас дела. Да. Ты думал, я в смятку? Что, джетлэг? Адский. Понятно. Ну что, как учеба? Еще не передумал бросать рыбное место ради странной мечты стать голодным хирургом? Не передумал. Ну-ну. Кстати, тебя пациентка ждет. Дин, ну я же просил, всех после 12. А у нее железный аргумент. Здрасте. Вообще-то ожидал утром. Я к тебе как к врачу. Что случилось? А ты зачем такой анализ сделала? Ты что, хочешь забеременеть? Да нет, врачиха перестаралась. Сделала про запас. Ну тогда пусть сделает повторный. Это повторный. Русь, я понимаю, что брат-гинеколог – это не лучшая идея. Но кто еще скажет мне правду? Я стану бесплодной? Через год или два. Но на два бы не рассчитывал. Мне 26, и ты прекрасно знаешь, что я работаю по 16 часов в сутки, потому что меня прет. И у меня никогда не было отношений дольше 3 месяцев. И вообще я никогда не хотела детей. Чего, живи, как жила. Не у всех же есть дети. Но ты должен мне понять. Да ты живешь точно так же. Нет, дорогая, я так же не живу. Если бы меня так перло, я бы в Америку бы не ездил специализацию менять. Ну, что я тебе скажу? Я подержу тебя в любом случае. Хочешь, с кем-нибудь тебя познакомлю. А на ИКО всегда, пожалуйста. А если я не хочу ИКО? А вот тогда надо подумать. И как следует, а не 2 секунды про себя, как ты обычно. Слава, успех, деньги – это все, конечно, очень круто. Но достаточно ли это для тебя? Саморядов. Кирюх, ты что ли? Да ладно, какой срок? Что-то случилось? Да, я тут. Конечно, конечно, приезжайте. Да, жду. Ну, пойдем, пойдем. Кулачком поработайте. Где мой живот? Что с дочкой? К вам врач не приходил? Ничего не сказала. Она жива? Жива? А? Ты хотела сбежать? Ты хотела бросить родную мать, которая положила на тебя свою жизнь? Да? Выйдите, пожалуйста, здесь нельзя находиться посторонним. А кто тут посторонний? Уходи, я не хочу тебя видеть. Как? Выйдите, пожалуйста. Как? Но я не виновата. Смерти от ребенка. Я не виновата. Смерти от... Это недопустимо не только в рамках отдельного центра, а для всей системы в целом. Вы можете, конечно, возразить, что младенческая смертность выросла в целом по нашей стране, попенять на отсутствие акушерских ставок, но даже в таком тяжелейшем положении мы не имеем права переходить на поточный метод и игнорировать профессиональные стандарты. С сегодняшнего дня в центре начинает работу комиссия, которая внимательнейшим образом изучит все эти случаи, а также эпизоды младенческой и женской смертности на всем протяжении существования этого учреждения. Главврач центра Саморядов Олег Викторович отстраняется от занимаемой должности. А вот решение по исполняющей обязанности отделения обсервации Кашиной Али
Валерьевне, а также по заведующим отделения неонатологии Лазареву Андрею Павловичу будет принято отдельно. Я хочу вам представить заслуженного врача Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора, который с сегодняшнего дня примет на себя руководство медицинским центром, Колмогорова Юрия Алексеевича. Спасибо, Геннадий Николаевич. Коллеги, добрый день. Рад видеть в зале знакомые лица. Вам хорошо известно, что я постоянно курировал работу центра, будучи представителем Минздрава, и поэтому я в курсе всего происходящего и в курсе тех изменений, которые произошли за последний год. И вынужден признать, не без сожаления, что многое изменилось далеко не в лучшую сторону и требует срочного и очень жесткого вмешательства. 5 детских смертей. Андрей Владимирович, хорошо, что вас светил. У меня там друг, жену принес, 30 недель срок, двойня. У него обмороки, главные боли, потеря веса. Врачи женской консультации говорят, что железодефицитная анемия и вегетососудистая дистония. Ну, в общем, чушь. Посмотрите, пожалуйста. Пойдемте. Добрый день. Здравствуйте. Когда обмороки начались? Ну, наверное, месяц-полтора, но как-то уже так не очень стало. Понимаете, она чашками мимо столов начала промахиваться. Я официантка. Пару раз даже клиентов облила. Да, в ресторане решили, что я выпиваю. Она как бы ходит, пошатывается, а потом на доске с меню какие-то каракули начинает чертить, хотя у нее каллиграфический почерк. А как у вас на самом деле с алкоголем? Никак. Я не пью. У меня отец от этого умер. Я не хочу. Встаньте. Поставьте ноги вместе, вытяните руки вперед и закройте глаза. Чуть-чуть, малыш. Тихо. Явное нарушение координации движений плюс обмороки. Что это значит? Ну, мужичок штормит. Именно. МРТ, полное обследование, ЦИТа. Понял. Пойдемте. Пойдем, малыш. Я с вами. Да. Еще приготовьте, пожалуйста, кабинет, где члены комиссии могли бы спокойно опросить весь медперсонал. А у меня на столе через 15 минут должны быть личные дела всех работников, включая заведующих отделений. Всех? Всех. В первую очередь Бахметьева и Базанова. Минуточку. Женя? Дина Рафаиловна, знакомьтесь. Это Евгений Митрич, наш новый интерн. Пожалуйста, выдайте ей форму и прикрепите к Наталье Владимировне. Да, ну. Хорошо. Так точно. Женечка, ни пуха, ни пера. Ага. Вам сюда. Ты такая? Почему не знаю? Бахметьева номер 2. Ладно. Колмогоровское протеже. Прямое доказательство того, что он не просто маньяк, а серийный. Почему? О, пионеры. А загляните-ка на минуточку в раздевал. А что там? А вышел до комсомольца. Thank you.
И заберите это чудо с собой. Обколотая лекарствами пациентка сбегает с отделения, спускается вниз, идет мимо приемного покоя и не встречает ни одного работника. А эти, ваши два хваленых профессионала, они сделали несколько УЗИ беременной женщине, и после этого ее раздутую печень приняли за легкие. Алла Валерьевна, вы взвалили на себя непосильный труд руководства сразу двумя отделениями. Обсервация и женская консультация. Ну, конечно, все пошло наперекосяк. Ну вот, полюбопытствуйте. Вы лично могли предотвратить как минимум две смерти из трех вчерашних. Это одно из УЗИ, не выявивших у плода патологии. Это делали вы. Вот, пожалуйста. Вот. Вот, вы проводили осмотр пациентки с двумя рубцами на матке. И даже не попытались убедить ее в том, что рожать в этой ситуации смерти подобно. Ну, Аллочка Валерьевна, милая, ну что мне это делать? Вы сами-то как это все себе объясняете? Это кто? Новый интерн. Ученица Колмогорова. Да, любимая. Приказали представить лично. Похоже, это гемангиобластома. В 30 лет гемангиобластома не бывает. Откуда вы это знаете? Из личного опыта? Из учебников. Гемангиобластома может быть только если это болезнь Гиппеля-Линдау. И как это можно проверить? Осмотреть глазное дно. Хорошо, зовите пациентку и вперед. Чистая. Никаких кровоизлияний, разрастаний сосудов и признаков внутричерепной гипертензии. Учебник – вещь хорошая, но жизнь сложнее. Ведите ее к офтальмологу и неврологу. Проверим. Борзая. Борзая. Но она вполне может быть права. Ну что там? Да все нервы вымотали. А как Кашин справлялась с работой в ЖК? А помните, как... Здравствуйте. А помните, как она вела прием такой-то пациентки? А то, а это. Думала, еще чуть-чуть, и ногти начнут вырывать. Наташка, ты как? Отделение деморализованное. Я не понимаю, куда Кашина смотрит. Ну а что на тюрьму что? Ну что, впаять все мозги. Ну это дело, что ли? Сбиваться в кучки и сеять панику по коридору. Ну ты впаяй. Спасибо, я уже однажды... Заняла ее должность, больше не хочу. Сейчас пару диагнозов поставлю домой. Какой домой? Что он приехал, надо как-то ситуацию спасать. Не хочу с ним встречаться. Ладно, все будет хорошо. Давай. Ну и ветреный же город этот ваш Санкт-Петербург. Как мальчишку назвала? Миш. Хорошее имя. А, кстати, Наталья Владимировна, а как так получается, что у вас некоторые сотрудники не являются на утренний обход? Вопрос не ко мне, Юрий Алексеевич. Я временно вышла из декрета, в коем намерена пребывать после того, как разберусь с парой пациенток. Вы были правы, у пациентки гемангиобластома. Размером с шар. Для пинг-понга. Круто. Знаешь, братан, я ведь до встречи с ней жил абсолютно игрушечной жизнью. Все решали предки. Где учиться, с кем тусоваться, менять ли BMW на Audi. Когда я привел Светку знакомиться, они вообще решили, это шутка. Короче, выкатили мне ультиматум. Или бросаю ее,
или снимают с удовольствием. Вот это, наверное, и был мой первый поступок в жизни. Уйти с ней. И знаешь, Пашка, я никогда не был так счастлив, как эти последние полгода. В крохотной съемной хате, черт знает где. Все плохо? Да. У нее опухоль мозга. Она умрет? Я не знаю, Кир. Надо оперировать. Срочно. И дети. Вы не думайте, они вас не бросили. Наверняка у них какие-то важные дела, у взрослых всегда так. Сонечка, Нарине, Кайне. Мы же дождемся с вами их, правда? Прости, надо идти. У Альки отошли воды. Рожаем, не успели добежать до операционной. Головка нижней девахи совсем низко. Али перестали лить-то колитики. Ну как так-то? Ну что у нас бардак? Они тупо занули. Так, дышим. Не тужимся, дышим. Дышим, отдыхай. Отдыхай. Отдыхаем. Так хотели тройню. Говорили, трое детей – это минимум. Один для отца, другой для матери, а третий для продолжения рода. Плачешь, плачешь, только тушься, тушься! Давай! Тушься! Давай! Вниз! Подожди! Отдыхай. Все хорошо. Алла Олегович, УЗИ. Угу. Женя, КТГ. Ну все, давай теперь отдохни немножко перед второй. Вы же говорили, двое других не выживут. Остановите роды. Так, тихо. Рыба моя, роды – это как пуск ракеты с Байконура. Остановить уже ничего невозможно. Плодные пузыри целы. Трихориальная триамниотическая тройня. Вау, какие мы слова знаем. Я ничего не чувствую. Когда начнется снова? Сорок пять минут. Полное прекращение родовой деятельности. Фантастика. Надо стимулировать. Подождем. Наталья Владимировна, рисковать жизнью девчонки? Ради гипотетических шансов для двух непонятно кому нужных детей? Ты серьезно думаешь, что сохранить эту беременность и преждевременные роды реально? 11 ноября 93 года Пегги Лин родила дочку. Так, Женя, не умничай. Давай без исторических справок, не до тебя. Это важно. Сына она родила через 84 дня. А в 2013 году Мария Джонс Эллиот из ирландского Уотерфорда родила двух дочек с разницей в 87 дней. Я пишу работу по близнецам.
Наталья Владимировна, консилиум начинается, вас ждут. Лалегович, не на шаг. Есть. При МРТ головного мозга выявлены кистозные опухоли правой гемисферы мозжечка и окклюзионная гидроцефалия. Предстоит тотальное удаление узла гемангиобластома. Что скажет нейрохирургия? Оперировать необходимо как можно скорее. Опухоль быстро растет. А в нашем центре своими силами можем сделать эту операцию? Нет. Операции подобной сложности у нас не проводились. Трудный доступ, опухоль больших размеров. Я считаю, пациентку необходимо перевести в центр нейрохирургии. Тем более, после вчерашнего права на ошибку у нас нет. У нас на кону жизнь не только пациентки, но и двух ее детей, которых мы можем спасти. И вы предлагаете ее экстренно родоразрешать? Да, а потом уже перевозить. Хорошо, готовьте ее к кесареву. А вы будете страховать. Хорошо. У меня к тебе еще один вопрос. Натуль, я тебе не как начальник, а как врач говорю, это глупость. Почему ты хочешь пролонгировать эту беременность? Просто потому, что мы можем это сделать. Кто мы? Чтобы все это имело смысл, нам нужны 2-3 месяца. Ну, ты же не хочешь со мной работать? У нас есть и другие врачи, и другие завотделения. Ага. И мы сегодня поняли, как это отделение функционирует без тебя. Ну, ладно, Наташка. Делай, что считаешь нужным. Как на Рене? Ей предстоит долгий путь. Так же, как и всем нам. Чем будем скрашивать ожидания? Книги. Хотите, телевизор вам принесем? Любой каприз за наши деньги. Я «Войну и мир» в школе не дочитала. О, я принесу. Ты что, с собой в рюкзаке? Так, токолитики, антибиотики, дексаметазон. Угу. Алексей Николаевич, под вашу ответственность. УЗИ, ЦРБ, клинический анализ крови каждый день, контроль термометрии 6 раз в сутки. Слушайте, а может быть, Евгения это поручим? Для человека, пишущего такую работу, я думаю, золотая жила. Я вас понял. Беру под свою ответственность. Угу. Отдыхайте. Спасибо. Дина Рафаэльна, а что это за история с медсестрами? Согласна. Выстроить всех во дворе и расстрелять. Ты еще шутить можешь? Это что такое? Вы что творите? Колмогоров заставил поднять кучу бумаг. Вот я и занимаюсь. Ты понимаешь, что если бы у этой девочки кто-то был, то заявление уже лежало бы в полиции. Ты в тюрьму хочешь? Молись, чтобы тебя не уволили. Да, поняла. Спасибо, товарищ пожалуйста. Биологические родители тройняшек погибли. Автокатастрофа. Не надо пока Али говорить. Алла Валерьевна, надо собрать коллектив. Встряхнуть всех как-то хорошенько. Я уволена, Наталья Владимировна. От кабинета. Как ты, мать? А, как мать, я весьма посредственна. Я тебе давно говорил, избавляйся от максимализма. И где бы я тогда была? Ну, не знаю. Наверное, замужем с каким-нибудь старым дядькой. Я тоже тебя очень люблю, Базанов. А вот за эту фразу 1,5 года назад я бы убил бы. Кстати, я привез тебе сувенир из Америки, должен тебе его отдать. Кстати, про дядьку, если он тебя спросит, почему мы с тобой не вместе, и как ты относишься к тому, что твоего ребенка воспитывает Лазарев, ты, пожалуйста, скажи, что мы с тобой разошлись, как в море корабли, а дети, как отдельный объект, тебя никогда не интересовали. Угу. А теперь по-русски? Просто в нашу последнюю встречу, когда он заявился ко мне с кольцом, он подумал, что
Ты отец ребенка, и, пожалуйста, поддержи легенду, а то он мне устроит вырванные годы. А, хорошо. Стыдобище. Даже на инсульт не заработал, а валяюсь тут в отдельной реанимационной палате с особым уходом. Как султан Брунея. А ты вспомни главную женскую мудрость. Расслабиться и получать максимум удовольствия? Именно. Что в центре? А что в центре? Ал. Ты врать не умеешь. Умею. Просто ты меня слишком давно знаешь. А ты меня? Что, если не скажу, все это отцепишь и убежишь? Ну что, что, что? Фашистский режим, пафосные речи, плохо скрываемые угрозы, теперь допросы. Мы с тобой отстранены. Кто сейчас за главного? Крокодил Гена? Колмогоров. Так, только ты не волнуйся, ладно? У тебя сердце. А также печень, почки, мозг и еще по мелочи. Вот почему я скучаю, так это по твоему чувству юмора. Что, композитор не шутит? Ну что ты такое говоришь? Кир, мальчики сейчас как червяки, если их вынуть, они могут вообще не выжить. Мы вам уже объясняли, что шансы у детей будут. И вообще, давай мы сейчас будем думать о тебе, хорошо? Я и так умру. А так хотя бы месяц еще, и будет 34 недели. Месяц — это если вам очень повезет. Не должно же мне хотя бы когда-нибудь повезти. Оставьте нас на минуту, хорошо? Кир, пойдем. Пойдем. Года два назад я вот так же, как вас, уговаривала на экстренное кесарево одну пациентку, она очень хотела доносить. А я ей говорила, что ее жизнь важнее здоровья ее ребенка. Тогда я в этом была абсолютно уверена. А сейчас? Может быть, сейчас я уже не так уверена, но это не важно. У нее случилось обострение, она умерла. А ребенок выжил. Но только живет он без мамы. Просто мне кажется, что родить это не так сложно, даже если это очень сложно. Но это не подвиг. Вы своим детям должны намного больше. Вашему мужу сколько лет? 26. И он мне пока не муж. Вы уверены, что хотите оставить его с двумя младенцами на руках? Юрий Алексеевич! А? На минутку. Ну, у меня с саморядом была договоренность, что когда я вернусь из Америки, я параллельно начну работать с хирургом-акушером, а ЭКО оставлю. Руслан, ну ты же видишь, я прямо с корабля на бал. Дай разобраться, дай время. Сколько? Узнаю, моя школа. Да немного, не боись. А, кстати, зачем тебе это нужно? Так хорошо продолжал дело своего отца, и вдруг... Ну, знаете, мой отец был выдающийся ученый, это разные дела, все. А, я забыл, ты же у нас скромный, да? Но чего я не забыл, это того, как ты страдал, когда отец тебя бросил. Ведь ты сам со своим ребенком так бы не смог обойтись, да? Не знаю, иногда мы совершаем ошибки родителей. О, да, бывает. Привет. Наташка, спасибо, что разрешила ассистировать. Я страшно соскучился по этому делу. Мы ведь были хорошей командой, Наташка. Как «Спартак» во времена Романцева.
Сколько лет они уже ничего не выигрывают. А ты знаешь, мне даже нравится, что ты по-прежнему злишься на меня. Сильные чувства – это хорошо. Оставляют надежду. На что? Ну, например, на то, что ты вернешься в центр. Кухня и детская площадка перед домом – это не твое место. Я ведь только 4 раза в своей жизни встречал врача с миссией. В России вообще только 2 раза. И один из этих врачей – ты. Здрасте. Забор покрасьте. Кто второй? Не я. Удивительно. Это же мой ребенок, Наташ, да? Как себя чувствует наша девочка? Голова кружится. Господи. Значит, господа хорошие хирурги, давление у нас резко падает, поэтому мне придется немножко наклонить героиню, а вам, извините, проявить чудеса эквилибристики. Вот так. Работайте. Работайте, работайте, работайте. Зеркало. Ребята, вообще давление 70 на 40. Извлекайте, ради бога, скорее, ради бога. Есть. Подай. Зажим. Отлично. Зажим. Как у вас? Обоих заберу к себе на ИВЛ. Интубирую. Шить. Сань, дай 2 кубика 2-го метазона быстренько. Не за то нашел. Я перепутал. Сейчас шандарахнет Саша. Что? Все нормально. Мы сейчас полечим. Давление 180 на 100. Значит, Саня, быстренько 150 пропофола. Быстро. Я интубирую, ребята. Фента 0,2. Эсмерона 40. 4-й клинок и 7-я трубка. Матку, что у нас все нормально? Ребята, у нас не очень. Мне кажется, что опухоль давит на дыхательный центр. Я не могу снять с вентиляции, пока хирурги не уберут опухоль. Транспортировка невозможна, господи. Поняли. Готовимся к трепанации. Прийти в голову. Кир, вы вырезали опухоль? Так. Все хорошо, она доброкачественная, прогноз положительный. Я поздравляю, ты отец. А как она? В тяжелом, но состояние стабильное. А увидеть можно? Ну ладно, пойдем. Пойдем, пойдем. Так, халат, 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 халат. Сейчас я тебе дам халат. Милый друг, я так люблю тебя.
твои глаза. Даже то, что видишь всю меня насквозь, с равнодушием на меня смотреть нельзя. Так нельзя. Милый друг, я так хочу тебя обнять. Только это может нас теперь спасти. И щекой к щеке прижаться, постоять. Tu veux mon sens caché, mon autre côté. Tu es mon évidence, ma seconde moitié. Странно снова оказаться в кабинете Кашина. Домой? 10 минут. 20. Командовать будешь у себя в операционной. Что это? Пролетаем до гнездом кукушки. Моя любимая книга в 17 лет. Обалдеть. 62-й год, это первое издание. Смешно, что есть человек, который помнит даже то, о чем я забыла. Колмогоров, что ли? Его подарок. Базанов. А ты что так поздно? У тебя же есть где жить? Да. Просто пока никаких знакомых и ничего интереснее работы. Тем более у вас тут так бодро. Да уж, бодро. Это точно. Ну а как же Колмогоров, прости за нетехничный вопрос? И неэтичный. И очень личный. И риторический. Зато теперь я понимаю, какой у меня статус при дворе. Ну, двор-то сложно винить, Жень. У Колмогорова строго определенная репутация. К тому же учиться в Москве и проходить интернатуру в Питере, наверное, нужны какие-то веские основания. Либо нужно быть оригиналкой, идеалисткой, мечтательницей с томиком Ахматовой в руках и обязательно с разбитым сердцем. А я нет? Ну, не знаю.
Для идеалистки ты слишком умна. А вот за сохранность сердца я бы не поручился. Да, знаешь, я дико переживаю за бывшего Романа, моего учителя и вашей завши. Ну, я не совсем про это. Просто у тебя глаза грустные, даже когда ты улыбаешься.